Горячие телефонные линии обслуживающих организаций будут работать в Нижнем Новгороде с 1 по 8 января. При районных администрациях будут организованы оперативные штабы по устранению последствий возможных нештатных ситуаций. В случае необходимости нижегородцы могут обращаться на дежурные круглосуточные телефоны, номера которых указаны на экране. Кроме того, будет работать колл-центр домоуправляющих компаний Канавинского, Московского, Нижегородского и Советского районов 268-10-00. Для поддержания надежной работы источников тепла и водоснабжения, теплоэнергии Нижегородского водоканала, а также для бесперебойной подачи тепла и воды в дома нижегородцев в период новогодних праздников на ресурсоснабжающих предприятиях будут дежурить руководители подразделений и мобильные бригады. Для всех жителей Нижнего Новгорода будет работать единая дежурно-диспетчерская служба по телефону 268-11-00 или на короткие номера 005 и 112.